Здравствуйте, меня зовут Василий Черков. Сейчас я работаю над фильмом, который называется «Белый-белый день». Это фильм о маленьком мальчике, о состоянии его души, о том, как он чувствует и воспринимает мир. Этот фильм о очень простых, о маленьких событиях, из которых наша жизнь, собственно, и состоит. Меня зовут Лиля Няури. Мультипликация для меня — это как заглянуть в коробочку, в такую черную коробочку. Всё? И внутри увидеть маленьких человечков, которые сами по себе там живут. И наблюдать за ними. Ага.